В Великом Новгороде сделали предстартовую остановку участники грандиозного ралли «Шелковый путь». Марафон проводится в этом году в 7-й раз. Экипажам предстоит преодолеть путь от Москвы через Казахстан в китайский Сиань. Ночевка раллийной техники у театра драмы попала в объектив камеры фотокорреспондента интернет-издания 53 новости Алексея Мальчука. Старт ралли-марафона «Шелковый путь» состоится 7 июля на Красной площади в Москве. Сейчас участники держат путь в столицу. Великий Новгород традиционно стал остановочным пунктом для участников из России и Европы. Экипажи провели ночь в новгородской гостинице, а их боевые многотонные спутники передохнули на площадке у театра драмы. Начавшееся в пятницу путешествие займет у экипажей около 2 недель. Финиширует гонка 22 июля в Поднебесной, в городе Сиань, колыбели древней китайской цивилизации, отправной точки Великого Шелкового пути. Добавим, что на обратной дороге участники ралли вновь переночуют в Великом Новгороде. Предположительно, экипажи прибудут в город на Волхове 5 августа.